У меня сейчас в руках доска Gordon Автоскул. Она очень хорошая, идет вместе с креплением. Тут есть специальное отверстие, в которое нужно засовывать веревочки. За эти веревочки нужно тянуть малыша. А тут есть приподнятые концы, чтобы меньше падать. Тут плоский прогиб, на ней очень легко кататься, прыгать с трамплина и джибить. Сейчас мы поговорим о креплениях. Тут очень удобные стрэпы, сюда очень удобно всунуть ногу. А еще тут очень удобный хайбэк. Он регулируется под ваши ботинки. Сейчас мы поговорим о дизайне. Тут очень классный бледно-синий цвет, а еще тут есть очень классная мороженка. А еще тут очень прикольный скользяк. Тут очень прикольные вот эти кругляшки и надписи.